Крещение – один из главных и самых важных христианских праздников. Для того, чтобы обеспечить безопасность славянцев, во время праздника полиция переведена на усиленный вариант несения службы. Более подробно о принятых мерах по охране общественного порядка нам рассказал начальник отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних Славянского отдела МВД Евгений Ходаковский. Для осуществления охраны общественного порядка выделено 38 сотрудников полиции, 10 народные дружины и 21 человек будет с казачьего общества. Данные люди все проинструктированы для проведения данных мероприятий. На сегодняшний день проходят проверки церкви и купели, также непосредственно службы МЧС, где определено 3 группы по направлениям и по количеству купелей. Все патрульные постовые наряды и наряды ДПС приближены к данным местам. Также ориентирован личный состав на проведение профилактических работ с поднадзорными лицами, то есть те, которые у нас категория ранее судимых, в отношении них будут дополнительно приняты меры, дабы с их стороны не были случаи административных правонарушений и совершения преступлений.